В Шымкенте в рамках республиканского командно-штабного учения КС-2021 провели пожарно-тактическое учение. Отметим, цель учения – совершенствование навыков у руководящего состава в организации боевых действий, а также спасений и эвакуации людей. По сценарию учения в аварийно-диспетчерскую службу ТО «Шымкент» Мунайон-Имбера поступило сообщение о взрыве надземного хранилища. В результате произошел разлив нефтепродуктов и пожар на площади 350 квадратных метров. Емкость хранилища составляет 1200 квадратных метров. Цистерна заполнена сырой нефтью объемом 550 квадратных метров. По повышенному рангу вызова номер 3 к месту происшествия направлены силы и средства службы пожаротушения Департамента чрезвычайных ситуаций города Шымкент и пожарной части нефтебазы. В результате слаженной работы пожар был вовремя потушен. Огонь не перешел на соседние резервуары. На месте создан оперативный штаб пожаротушения и два боевых участка. Для сил и средств прибывающих подразделений к месту пожара были определены места для произведения работ по охлаждению резервуаров. Произведен дополнительный расчет сил и средств, требуемого количества стволов на тушение и защиту резервуаров. Было обеспечено бесперебойное снабжение ГСМ и подача воды водовозами коммунальных служб. Личный состав участвовавших в тушении пожара были обеспечены теплоотражающими костюмами,